Стефания Моралина и Татьяна рассказывала. Бла-бла. Так, что готовим? Дивали. Десерт. Что дивали. Это? Что понадобится? Понадобится молоко, сахар, фисташка, яблоко и тосты и... И что-то еще у нас в рюмочке осталось? И ванильный сахар. И ванильный сахар. Угу. С чего начинаем? С молока. С молока. Хорошо. Дальше что делаем? Потом ставим. Давай. Теперь можно взять блендер и размешать. Давай, Заюш, только давай я тебе вытру под локотком, угу. Чтобы тебе было комфортно. Дальше ты говоришь, мы в блендере размельчаем с тобой хлебушек, да? Угу. Хорошо. А с молоком что происходит? А молоко пока надо включить плиту. Среднее. Среднее? Размельчаем хлеб. Угу. Давай. Угу. Думаю, все. Правильно ли я понимаю, мы доводим с тобой молоко до кипения и потом помешивая, да, увариваем его до половиночки. Условно некрасивые увариваем. Как еще можно сказать? Можно как-то? Поварим. Поварим его, да? Пока оно не уменьшится в половину. Хорошо. Так, давай я еще добавлю. Что нам нужно? Яблоко почистить. Яблоко почистить. Давай. Так. Есть чем почистить? Стелку. А я? Ты берешь второе яблоко. А я? Я же лучше собаки. Спасибо. Mm-hmm. А, видишь, можно прям по кругу. Мне кажется, с таким же успехом можно было бы мужской бритвой чистить яблоко. Mm-hmm. Ой, елки-палки, а молоко-то здесь с ним все происходит. Теперь надо добавить чуть-чуть сахара. А я продолжаю помешивать. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, сразу же добавляем сухарики. Загустевает. Очень хорошо. Давай-ка я выключу пока оно. А я сейчас тогда блендером измельчу яблоки, и мы сможем их добавить, да? Ага. И, насколько я понимаю, мы должны в нашу смесь добавить яблоки, верно? Давай, аккуратненько. Какой волшебный повар на площадке. Можно я тоже помешаю немножко? А то мне очень завидно. Понимаешь, ты мешаешь, а я не мешаю. Еще похоже на кремовое стеганое пальто. А еще сюда можно добавить корицу или кардамон. Угу. И будет тоже прекрасно. Я думаю, что десерт получился красивый и вкусный. Название помнишь? Дивали. А мы с тобой находимся в самом лучшем кафе города Москвы, которое называется как? Солнце в тарелке. Точно. А мы находимся в кафе «Солнце в тарелке». И мы сейчас будем пробовать наш десерт. А с вами были Стефания Моралина. И Татьяна рассказывала. Пока. Пока. Пока.